Среди разных чудес, что пленят и манят свет далекой звезды или вечность седых пирамид, есть одно, на котором всегда остановится взгляд. Это женщина. В ней природа все тайны хранит. Великое чудо на земле женщина. Она окутана вечной тайной, непредсказуемая, манящая, чарующая. Великая хранительница домашнего очага. И мы очень надеемся, что наш гость, ансамбль «Медина» уже здесь, и мы будем встречать аплодисментами. Встречаем ансамбль «Медина». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы поздравляем всех с наступающим праздником, всех и женщин, и мужчин, потому что без мужчин мы, женщины, мамы, дочери, матери, бабушки, не состоялись бы. И нашу первую песню мы хотим посвятить самой главной женщине, это России. Россия, она женского рода, и песню, которую мы исполним, а вы нам будете, надеюсь, подпевать, так и называется «Зову тебя Россию». Принадлежит красу.
классной фольклорной музыки мы исполняем с удовольствием песни, поскольку мы родились, живем в Москве, в этом округе. Наша Альфия, она председатель автономии округа, я из татарской автономии. И еще раз поздравляем и хотим спеть песню на татарском языке, шуточную. Ахиделлик камышлары, камыши на речке белой. Yeah.